Він говорить, що немає нічого прекраснішого, аніж син і дочка, що родина це головне, а творчість завжди поруч. Сьогодні в ексклюзив, як завжди, ексклюзивний гість. Наш земляк відомий український режисер-сценарист Володимир Мельниченко. Я вітаю вас. Добрий день. Я дякую, що знайшли час. Що завітали, погодились, прийняли запрошення. Е, нема за що. Земляки все ж таки. Як ваш настрій сьогодні? Е, ну, я хвилююсь інтерв'ю. Я людина закадрова, е, режисером, продюсером. Е, ну, темп. і, В принципі, ми теж працюємо в шоу, але, хоча іноді я в кадрі працював. Але в більшій так. мірі за кадром все ж. Не хвилюйтесь. Да, да. Ну, не обіцяю. Ви родом з Кропивницького саме, правильно? Ну, так, да, тоді це був Кіровоград. — Кіровоград. Угу. Часто згадуєте наше місто? Е, ну Це Батьківщина. Я е, е, з теплими почуттями ставлюся до цього міста. Е, там багато друзів залишилося, і родичі навіть є. На жаль, я зараз не маю так нагоди туди їздити. Батьків я перевіз сюди, ага. в часи, коли там це було необхідно. І так, сильної потреби, але тут так, як ви казали, тут у мене троє дітей, є, хоча взагалі четверо, одна в Канаді вже працює і. Роботи досить багато, так що, але як станеться, так такий привід, то з радістю, з радістю і буде з ким побачитись, пройтися. Я люблю це місто, знаю, воно там багато в чому змінюється зараз. Ну, тобто, я слідкую за новинами, є контакти зараз. А коли крайній раз були? Ой, знаєте, у мене якась, ну, я одразу вибачусь, у мене цифрова е, 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 і дислексія така, і, ну, імена е, дати це не моє. Ну, я, я маю на увазі це роки чи це дні? Це роки, роки. це роки, так. Да. Років, мабуть, п'ять. В якій школі навчалась? Тринадцята школа, гарна школа. Я дякую. Їй, е отримав непогану освіту, як виявилось, потім. Е ну, Я пісені зміг здобути дві вищі освіти. М в принципі, ну, я б не сказав, що не напружуючись, але е багаж був, багаж був і. Знаю декого з цієї школи, тобто не знаю, звезло. <рес> ви навчались на філологічному факультеті, так? В так. педагогічному університеті. Чому ви, молодий хлопець, так на той час ви обрали саме цей напрям тоді? Саме а... в ті роки. Ну, знаєте. В принципі, не було бачення професії після школи. Як я жартую, я трошки відставав у розвитку і зараз мені 49, а мені здається, що десь 25. Отак через це. І, ну, але в мене був вчитель української мови та літератури. Він прийшов там до школи. Іван Васильович, не пам'ятаю, uh -huh. фамілії Чапає його. дражнили за е, ім'я по батькові, але е, він такий неординарна був людина. Е, він нам розказав уже в школі про притиск української мови, був дуже завзятий такий. Він з придихом говорив, у нього одна легеня була. И, э, э, ну, я помню, он на меня справив враження, я закохался, uh -huh. и даже что-то по сказал. «Что это вы? Э, 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 как же так, что он рассказывает, написал сочинение по русской литературе, любимое произведение о каком-то из украинских писателей написал?» Ну, вот так. Это сталося, и я... Ну, ідейно, наче то пішов. Хоча все-таки ну, не знав, в принципі, ким, бу... ким хочу бути, точно не вчителем. Але, ну, гуманітарна, хоча в мене були і математичні, досить серйозні знання, там, олімпіади і все таке інше. Я знаю, що деякий період свого життя ви присвятили КВН, КВК. Да, Що да. це був за? Ну, період? саме якраз в на той час це був інститут, зараз це вже університет, да, там був театр, КВК, і ну, сказали: йди пограй. Я пішов, пограв, і виявилось, непогано граю. Якісь команди ми сколотили. На той час. Ну, все одно завжди відома була команда Скіф Істфак, всіх перемагав. Ми з ними ставали на прю, було цікаво, роззнайомилися всі, і це, в принципі, ну, це ж був такий молодіжний рух, не так багато було якихось. Цікавих занять для молоді, не було там інтернету, ще, ну, лише якісь зародки, може, десь. Так що присвячувала цьому багато часу, про що не жалкую, багато друзів працюють на вашій телекомпанії. У нас на теренах з моєї команди КВК там, Ігор Бірча, наш відомий Віталька. Можна сказати, я його знайшов. О, нічого собі відкриття. Ну а когось з ким відкриттів? ще ви тоді працювали? Можливо, хтось ще пішов далі. Ну, Антон Лірник це пізніше. Ми в Києві працювали разом. Якраз вони були дуетом тоді з Ігорем. Далі вже якраз працювали з Камедіклабом. Там багато КВНщиків, які роззнайомилися ще раніше. Ну, були відкриття. Це ну, важко казати, що там я якось посприяв, але на моїх очах це все сталося. І це класно, коли люди ростуть, стають зірками. десь там сяють, пробегают. <как> а чему вы пришли в КВН? Ну, на самом деле, ну я переехал в Киев. Э, хотелось профессию, профессию uh -huh. режиссера понять, осознать, было интересно вот этот вот эта кухня, как делается шоу что-то я там прочитал, где-то услышал, меня прям зацепило. И я поехал, и не, не, сказать, чтобы я там бросал КВН, и просто сменил место жительства, способ жизни. Вот и все. Просто убрал свой шлях, скажем так? Ну, Бог его знает, может, путь избрал меня. На самом деле все было сложно. Моя первая супруга э, искала работу, и ей предложили в Киеве, и как-то Э, ну, это оказалось шансом. Я в то время уже раз пытался поступать в Карпенко-Карова и не мог понять, почему меня не берут, потому что, ну, все-таки это закрытое заведение в смысле э, набирает курс мастер, да, он выбирает. Это не оценки там важны, не, э, ну, не ясно. Это какие-то личные качества, какой-то выбор. Я пытался это понять и подумал, да, да, испытаю. В то время я уже работал на телекомпании Кировоградской Как раз э, спасибо Куценко э, Леониду, нашему ректору э, как раз украинского филфака, который… «А ну, иди, Вовчик, сюда, иди поговорим». Вот до меня друг пришел с телекомпании, «А ты не хочешь там попрацевать?» Он, по-моему, так ощущал, что вот «мне надо куда-то туда». Вы тогда работали ассистентом режиссера, правильно? Ни кем, я был просто студентом. Я еще, я еще учился, и мне просто вот проницательный человек, э, великий педагог, э, потрясающий. Помню картинку в костюме и кроссовках э, декан факультета. Ну, это же красота в то время но сейчас не понять этого это было круто он был свободомыслящий современный человек который дал мне совет я им воспользовался пошел поработать на телевидении нажимать на кнопки на пульте мне понравилось интересно и мысль пошла и пошла она в этом направлении далее был телеканал ТЭТ Киев да как вы все-таки наважились проехать и загали до Жена увезла в чемодане, в общем, я сопротивлялся недолго. Ну, нет, конечно, но я так решил, решил поискать просто другой путь в институт. Вот, бори тысячу поборот. Я пошел, и я искал работу странным способом. В то время не было такого большого количества вакансий. Это достаточно закрытая структура телевидения, пропускные системы. На... Это был первый коммерческий телеканал города Киева, телекомпания ТЭТ находилась на киностудии Довженко, Святая Святых. Я, конечно, пришел под киностудию, взял пачку сигарет, чтобы знакомиться с людьми и просто искал так работу. Не было Цикавый ни сайтов, хит. даю, продаю, э -э пользуйтесь. Хотя не курите ни в коем случае, это вредно. Какая была работа на телеканале. Чем запомнилась наибольше? А, ну интересно. Сразу в бой поехали снимать интервью. В то время променад с Викторией Яковлевой такой был проект. Я там, ну, с Меладзе мы брали интервью там с с, ну, много известных людей, не буду всех называть, это десятки людей, и после этого э, прекрасное знакомство с Ильей Яковлевичем Ноябревым, на самом деле с, э, одним из моих, я считаю, учителей э, не в смысле профессии, а в смысле э, э, философии жизненной, и э, ну вот программа ⁇ Я памятник себе ⁇ в то время была. Также, ну я не знаю, это, я же говорю, компания коммерческая была, У -у -у. она не вещала там на всю страну в то время, поэтому Бойскеровораде могут этого не знать, не будет интересно. Кстати, Кава. Все стосуется вас. Ну, там еще были цикл Роман Кофмана и его друзья о известном ныне живущем украинском дирижере, к которому приезжали звезды мировой величины. там Піаніст Петров, Гіддон Кремер, перша скрипка мира, председатель самого головного скрипічного конкурсу мира. Це невіроятне забиття, яке просто ці ну, зустрічі всі до сих пор золотими буквами на серці. Ви згадали за те, що хотіли навчатись вже в професійному напрямку, так, в Карпенка Карго. І ви сказали, що вас не брали. Да, да. А чому? Ну, э, там как такой... вы передолали себе морально, чтобы ты снова? Там есть предварительный конкурс, в то время был. Не знаю, как сейчас это устроено. Ты там пишешь сочинение, что-то, можешь прислать какие-то работы и э, собеседование. И по этим результатам только допускают к экзаменам. Меня просто не допустили, и я не понимал, почему, как. Я же был звезда КВН, да? Но... Шучу. На самом деле, да. И вот я уже стал работать на и Только после этого я одновременно работая, я начал обучаться и получил второе образование, чему очень благодарен профессор Виктор Борисович Кисин. Взял меня в свою мастерскую, прямо очень интересный великий человек, автор теории зрелища, ну такой собственной теории. И он нам говорил, режиссер, это человек, это ремесло. Человек, который должен тебя выбросить в пустыне, ты не знаешь языка местных народов, ты должен уметь заработать себе копейку тем, что ты умеешь делать шоу. И вот по таким принципам и живу сейчас. После этого я сделал две карьеры, ну как, вторая, вторая еще продолжается, и я был телережиссером, это отдельная режиссура, я занимался программами, шоу, снимал много музыкальных шоу, там Стинга, Дюран-Дюран концерты какие-то, Телемосты Киев, Львов, я там был руководителем группы во Львове, uh -huh. То есть много украинских музыкантов, поставили кучу шоу, это был романтический период телевидения, мы придумывали свои форматы, показуха, золотой клуб, клуб «Золотой гусь», вот это. Это же все изобретение как бы вот того времени. Хотя и сейчас, я думаю, что время креативное для телевидения, но в то время было интересно прям совсем. Огромный ночной канал «Первая экспедиция», мой любимый культурологический канал. мы долго и много сделали на этой стезе, а потом я стал уже опять с раз расы начал и начал заниматься игровым кино. Первая украинская фабрика Зирок. я не могу не зачепить эту тему. Была. Вы там были шеф-редактором. Нет, нет, я э, 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 был креативным Продюсер. продюсером mm -hmm. и режиссером э, именно э, Постановочной непостановочной а части реалити, которая там была. То есть это дом. Там же есть дом, где живут звезды, и впервые такое количество камер было. И вот впервые люди закрыты в доме. И их надо было снимать скрытыми, можно сказать, камерами. Все это надо было продумать и технологически делать, делались дневники, отдельно было концертная часть, потому что не мог один человек объять mm -hmm. два таких больших э, объема, и мы занимались именно реалити-частью, ну, принимали все большим коллективом э, участие в отборе людей, мы думали, как создать эту команду, как же влиять, если они живут автономно, как получить шоу, Із как бы обыкновенной життя общения молодих людей. Вот именно домом я займався, домом зв'яз. Які моменти в вашій роботі, саме як режисера і сценариста, ви вважаєте негативними? От що вам не подобається в вашій роботі? Ну, как-то сразу о плохом. Я люблю о хорошем. <laughs> на, э, на самом деле в, в кинопроизводстве очень много приходится ждать. Вот. Натерплячь. Э, э, ну, потому что кино требует колоссальной подготовки, продумывания э, и ну... На это нужны средства, не хватает денег все время на то, что ты хочешь, на то, что задумал. Э -э, знаете, э -э, в снах приходят неснятые кадры как не родившиеся дети. Ну, это, к сожалению, объективные вещи, обусловленные тем, Як развита ця індустрія у нас, як ми розвиті в ній і так далі. А чим надихаєтесь, що подобається? До позитивного тепер. Позитивне — люди. Люди, моє вдохновение вокруг. Куча талантливых людей э, приходят, актеры потрясающие у нас, сценаристы, э, ну часть из них переходят в разряд товарищей, друзей, общение, э, приятное общение, и что же нам остается, как не посмеяться над тем, что заманило нас в капкан, как говорил. Чарльз Буковский. Так что пока ждем, вот там, пока негативный момент, мы веселимся. И за кадром часто показывают ну вот, бэкстейджи фильмов. На самом деле у нас прикольно. Приходите посмотреть, там классно. Дякую. Володимир, чем зараз занимаетесь? Ой, разрабатываю и прямо на сносях скоро начинаем съемочный период через несколько дней большого проекта для «1 плюс 1», не имею права называть его название, к сожалению, но это большой 90-серийный проект. Класс. Ну, там два режиссера, не говорю, угу. что я там эксклюзивно, хотя первый съемочный мой. Вот. И интересная тема. Думаю, что скоро все узнают. Какую роль в вашем жизни відіграв телеканал «Украина»? Это вершина моей первой карьеры режиссерской. Я Стал главным режиссером телеканала Украина, был там больше года. Мы сделали много больших шоу, больших и малых шоу. Впервые была такая э, стратегическая режиссерская э, работа. Я часто летал. У меня был абонемент на самолет. Это интересная Ничего, штука, да. И, ну, чтобы летать в Донецк, потому что. Да, я летал часто в Донецк, потому что там э, просто вот часть телеканала, который родился же на базе местной, тоже телекомпании, и, ну, нужно было заниматься и этой частью, э, познакомился с этим классным городом, с людьми. <связывая> ну, у меня теплые воспоминания об этом. Жалко, что сейчас они приобретают такой сложный оттенок. Ну, в общем, были отрицательные стороны. Как раз тогда я начал подумывать о том, что как бы <связывая> заняться чем-то другим, потому и мои мысли все больше стали двигаться в сторону игрового кино, потому что все-таки телевидение очень заточено на рейтинг. Ну это эквивалент денег. В, 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 мы Коммерсийно складывал. Да, коммерцина складывал. Mm -hmm. А когда деньги руководят людьми, все это не очень весело и мы вынуждены идти на поводу у зрителя uh -huh. у дурновкусия и э, часто наступать на горло собственной песни, потому что так мы быстрее получим искомые бюджеты. Ну, в общем, я не ропщу и не говорю, что там какие-то люди другого сорта Часто это очень идейные и интереснейшие ребята, которые умеют как-то донести свою мысль и философию вполне позитивистскую, человеколюбивую, но мне было тяжело в этом, в этой золотой клетке. Владимир, я нашла в интернете про вас два відгуки. Они абсолютно протилежные. Вот одному я хочу их зачитать. А, что вы скажете с Певадуцеву. Вот хочется что-то хорошее написать про этого человека. Я все... И все равно не хватит слов. Яркий, многогранный, талантище. Где бы и когда ни появлялся, равнодушных не было. Или любили, или ненавидели, и тихо зеленели от зависти. Давно наблюдаю за твоими широкими шагами, у каждого свой путь, конечно, но ты, Вовка, так красиво идешь по нему. И не опасайся быть непонятым. Просто продолжай делать то, что делаешь. Думаю, все получится. У вашем житті много таких людей, которые поддерживают вас, ваши решения, ваши амбиции, ваш характер? Ну, спасибо судьбе. Видимо, было достаточно, потому что характер закалился, амбиции не унялись, еще присутствуют. Есть крепкие плечи друзей, есть поддержка. Я думаю, что всегда есть и те, и другие. Спасибо за теплые слова человеку, который написал. Не знаю, кто это. Но что ж, такова жизнь, И, но у меня все классно, потому что ну, э, я занимаюсь любимым делом вокруг, ну, в кругу любимых друзей. Это э, чего же еще желать. И второй отзыв, он противоположный. А Понятно. Але его почитаю. Так. Человек не создан для команды, абсолютно не тактичен коллегам, идей много, но все не туда. Маниакально завышена планка самооценки. Это касается не только личности, но и должностной иерархии. Будьте, Владимир, приземленнее. Я гадаю, это чему самую такую оценку могут высловать люди? В чем ну, причина? Ну, это ответ был в первом комментарии. Или любят, или ненавидят. Но на самом деле режиссер вынужден быть лидером на площадке и если он так не делает, то ну, он будут последствия не, ну, если все идет самотеком, к сожалению это тоже жесткие производственные условия вот э, произвести там сейчас выработки 15-17 минут в день материала я не знаю, что-то говорит ли это обычным людям, но это прямо большие килограммы угля мы должны выдать на гора. Поэтому нет времени иногда спросить чего-то мнения. Хотя я считаю себя коллективным человеком, мне интересно в команде, мне интересно услышать мнение где-то такое по гороскопам но это как бы бывает по-разному есть режиссеры тирана я таких встречал и не могу сказать что это ну, какой-то неправильный метод это их метод Вполне возможно что мог где-то ненароком, І наступі, що Куна золь в попихах. За що прошу прощення? Чому я питала до першого відгуку про підтримку? Чи є люди, які вас підтримують? Знову ж таки, хочу прочитати. Моя найблизька, непостижимая планета, живітельна енергія і неабуздана стихія. Чоловік фієрвірк, чоловік приключення, мої близький друг і мама моїх дітей. Ключ моїх гармонії, моя любов. Так ви привітали свою дружину. З днем народження. Яке місце родина займає у вашому буденному житті? Яке місце займає взагалі жінка? Um, ну місто недостижимо на недостижимом п'єдесталі. На самом деле можна повністю віддатися роботі, і таке відбувається як то з людьми. Но я э, считаю, что мне повезло. У меня есть э, человек, с которым я могу разделить самые э, сложные свои состояния и, и чувства. И, э, мы вместе воспитываем троих детей, потрясающих. Это всегда... Э, это нескончаемый поток позитивной энергии, э э э э фейерверка жизни. Не знаю, вряд ли кого-то это интересует, это такая личная жизнь, я бы не хотел об этом долго говорить. На самом деле это круто. Это круто, когда есть понимание, ты пришел в любом состоянии, потому что иногда... Такая работа изматывает, иногда не можешь найти выхода из ситуации, пришел домой, а тебе еще сложнее ситуацию расскажут. Вот сын проиграл человеку в шахматы на турнире, а да. да. они играли на равных. Ну, и пойди с ним поговори, и все такое, это переключился и уже. уже понимаешь, батю. что не так, все сложно. И какие вы батько? Ну, я стараюсь, стараюсь, mm. и на самом деле тоже прошел какой-то путь в этом смысле, потому что первый мой ребенок сейчас в Канаде с первой супругой и я боюсь, что я не додал в этом смысле отцовства ей какой-то. Вина, мы постоянно на связи, мы в хороших отношениях и с ней, с мамой. Она потрясающая, она работает в офисе у Викенда, если знаете такого всемирно известного певца. Ну, то есть, она, при этом она только и, там, 22, она закончила только <связывая> институт в Торонто. Она говорит на четырех языках. — Я <связывая> чем пышатись. — Ну, да, да. Это другая планета в смысле жизненной философии. Ну, а про обыкновенный уклад жизненный тоже трудно говорить. Мы антиподы в разных, в разных плоскостях. Но при этом очень интересно общаться, и мы тепло, на связи. А младшему шесть, и мы можем собирать лего вместе. И поэтому не знаю. Как... Я стараюсь, но тут могут быть недоработки. Я над чем працеваты. Есть, есть. 80 проблем решаются сами по себе, 10 решаются с большим трудом, 10 не решаются никогда. Эта арифметика не зависит от тебя, никогда не переживай по этому поводу. Так учил, успокаивал меня мой отец. Он пример трудолюбия и мудрости для меня. Сегодня год, проблема не решается, я не выдержал. Я вам спевчуваю. Ах, эти соцсети. Так, Ах, Соцсети, так. ну, они, может, и помогают таким образом. 80% проблем. Да, папа, слава богу, сумел дать какие азы каких-то правильных жизненных подходов, за что огромное ему спасибо, надеюсь. Он там слышит или как-то уже like, в yeah. новых жизнях слышит, не знаю, но... Каким батько был для вас? В детстве и уже с часом? Позитивный, потрясающий работоспособный человек, главный инженер ПКТ и В свое время, я так думаю, революционного какого-то НИИ, которые занимались Сеялками, да, там угу. у нас же есть было производство в то время, я не разбираюсь в этой области, к сожалению. При этом, ну, нельзя было заработать деньги на такой работе. Он еще там он перестраивался, получил несколько лицензий как частный предприниматель. На производство там комбикормовых заводов газового оборудования. Боюсь, это не так интересно, но интересно то, что этот человек не сидел на месте никогда, развивался, а развивался, э, достигал сам э, чего хотел. С мамой познакомились в Одессе, э, играл на э, гармошке. Э, на семиструнной гитаре, то есть э, да, одесский юмор немножко а присутствовал в семье. А мама, якую? Е. Мама, э, настоящая мама до сих пор для меня слово и закон, потому что мама сердцем чует, она мудра она источает бесконечно любовь, спокойствие, как так можно, я не знаю, в таком возрасте, долгих-долгих лет благодаря ей. Сейчас дети окружены заботой, Ви знаєте, мабуть, творчій людині завжди потрібно натхнення, енергія десь черпати, аби віддавати це в своїх проєктах. Як ви відпочиваєте? Що вам подобається робити поза роботою? Зрозуміло, що ви спите і думаєте про роботу, але все ж. Ну, я говорила про те, що, звісно, хорошу компанію не замінить нічого. І е, е, я. обыкновенный сибарит если нет хорошей компании то по крайней мере сборник поэзии цветок и бутылка хорошего вина да. могут меня развлечь надолго хотя не откажусь схожу на Занятия хатха йогой какой то на, на бытовом уровне. Я не владею какими-то степенями в этом смысле, но ощущаю гармонизирующее воздействие на организм. Но ну, вино и йога, как обычно. <клес> Вы загадали за поэзию. Переглядая еще ваши историнки в соцмережах Ви досить часто ділитесь віршами, робите пости, що ви щось читаєте. Цікаве. Ви самі пишете? Ну так, да, іноді пишуться стихи. Ну, не знаю, я і прозу пишу іноді таку. Мой жанр скорее малый. Я люблю спрессованное. Поэзия это все-таки, когда в нескольких строках много-много информации. И это потрясающее нарушение законов как физики, что ли, да, когда из малого может родиться многое. Великая. Да, а часто и великая. Поэтому люблю и эти жанры, хотя не брезгу и большими. Могу почитать. Хотя времени все меньше. Надо побольше отдавать уже. Как-то. Накопычилось. Да, да. Наверное, что-то накопилось. На останок Чьи счесть? Що вы собі ніколи не пробачите. Ну э, даже не буду думать об этом. Честно говоря, э, я за прощение, я миротворец, я считаю, что э, как бы, как говорил Айза Казимов, Бог любит нас всех, но ни от кого лично не в восторге. Все мы имеем право на ошибку, мы не роботы, мы люди. Давайте прощать друг другу, давайте прощать себя. Иногда эти травмы сказываются чаще на окружающих, чем на вас. Поэтому забудьте. Бліц, готові? Не знаю. <ріст> Луна чи Сонце? Луна скорі. Коли в останнє хвилювалися? З якого приводу? Да от сьогодні інтерв'ю <ріст> готовіся. <ріст> Факт сімейного життя, про який ще досі ніхто не знав. Да, все факти сімейного життя Це чисто. мое знание такими останется. Надеюсь. Как вас нежно называет дружина? Котик может сказать. Мяу я. Отвечу обиженно. Поговорили? Да. Крайняя книга, которую вы прочитали? Весна варваров. Йохан Льошер. Йохан Льошер. Ви Лівша чи правша? Правша. Ви полюбляєте самотність? Ні, брезгу. Найголовніша ціль на 2021 рік. Ну хорошо повеселитися. <свіслятися> ви зараз щасливі від того, що ви маєте? Ну, как это не, не, скромно, но да. А что вы маете? Что, что робить вас счастливым? Э -э ну, есть возможность еще поработать. Есть мечты. Есть близкие люди. Ну, я вам желаю, чтобы эти мечты сбывались. Спасибо, часом. спасибо. Я... Желаю щоби ваші теж, і всіх зрителів. <рес> Я вам дуже вдячна, що ви завітали. Вам лише успіху. <рес> Дякую. <рес> Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.